Мне нравится больше всего. Ну да. Лёхич, чё, кого, кто, куда, чё, кого? Зера, Денчик, ты по этим, по порталам. Угу. Я понял. Я тогда хиллбот сейчас выключу, погоди. Кинотеатр. Танец Анатолий. Это, розовые давайте слева начинаем, как всегда. Погнали по кругу. Сейчас здесь поехали. Кинотеатра ждать не. Старый заслужил лапка. Скажи Ене, пускай через 10 заходит. Угу. Раз, после свечи. Мозер там онлайне. БГ что? Тоже. Тут. Перерыв был после этого босса? Перед Синдрой. Свечка права. Давай с этих выйдем, Геру дадим. Да. Это вообще быстро. Два холика, конечно. А ну чё, чё, куда идем, Лёх? Народ-то пиздует вон на Синдру. Синдра, проф, лич. А, ну всё. Я еще, блядь, специально не успел. А тебе сейчас не реснешь? То, что ты где-то посередке остался. А труп-то есть где? Да, вот именно. 20,
помню. Да с ума. Готов. Все, погнали в комнату. Старый, ищи как хочешь. Симыч, возьми таргет. Где там была ешка? Взял? А чё, зависло всё или чё? А, не, вижу. Это, старый видел? Я в чат написал, жертва будет, и он сразу отъехал. Знаешь, что самое забавное? Он даже ничего не кастовал, он просто отъехал. Самое чем прикол, он написал, что он био отошел, и он просто отъехал. Ты не видел, он в чат писал, био отхожу, типа.
А это, не знаю, я с сестрой разговаривал. Я смотрю, стоит отдельно такая. Думаю, что сама жертва будет, и так хоба. Ой, блин. Жужик, ну прости, я не хотел. Я не это веду. Не, ну я про Жужик. А, я думал, Женёк умер, а это Жужик. Чем, знаешь, просто стоит отдельно. Ни коста, ничего нету, просто бац, съели. Кто там бегает-то, нахуй? Лёша? Нагреваем Димелю. Такие циферки вылетают красивенькие. Знаешь, когда 20 циферок в одной этой вылетает прикольно. Пиздец, вот пиздец! Вот у ДЦ анимация, я просто в шоке, нахуй, там купол, красотеча, нахуй. А у нас какое-то пиздец. Шам кидает свою анимацию, там просто понос какой-то, так, как будто флакончиком на пол рейда вот так вот пизданули, нахуй. Дерьмичем. Знаешь, вот называется вроде бы дождик, но я что-то не видел, чтобы там что-то капало сверху. Вообще, ни одной капли, ничего, просто какой-то... Полумесяц такой. Ой, в пизду, такое говно, а не лужа, нахуй. Просто дичь. Да я на офи такую хуйню видал, что. Только там реально капельки такие капают, там. Как, ну, стрел. У ДЦ там какой-то щит, какая-то хуета, блядь. Я вот сейчас даже кинул, я, блядь, уже сколько раз уже тестил эту хуету, все, думал, ну говно, хуй с ним. Сейчас опять кину и чуть опять не заплакал. Вчера смотрел, как меня в иконе, в ИКашке конкретно, Энх обгонял. Мне ж плакать захотел. Ну, конечно, там тоже бисовый энг, но все же. Этот, магия бомжа. Ну, что-то так печально смотреть, когда у кого-то 50% дает. Нет, вот вчера жутко лагало, просто нереально. Сегодня что-то вроде нормально. На релагнулся просто. Я вчера был один раз такое, типа, и то по срока пошло. Все, перерыв, лё. Ну чё, Синдра устала, лететь не хочет? А, нет, понял. Ты
Старик, запусти на 5 минут перекур. Сейчас запущу. Он там Гена зашел. Мне на бойсе в ДД или в танке? В ДД будешь. Все время, когда смотрю на ник нашего ДЦшки, все время хочу прочитать это как Аюн Зап. Да. Ни с того ни с сего задержка почти 500. Ты синдром начинается, да? Кстати, у нас 2 часа, как раз мы всех успеем. Ну, там еще и остаться может. Угу. Минут 40, на самом деле. А останется нахуй, пойдем ЗС, нахуй. Потому что вы охуевшие вообще не собираетесь. Фанзера будем на хила выбивать Т5, чтобы он не обижался. А Враска, Враска, будешь хилить, либо танчить, ну? Реально, такая хуйня, этот вообще, ебать, я вообще в ахуе. 2Т10, 2Т5, вот это заебись. Вообще надо чуть-чуть, сука, подредактировать опять. Вроде поднабирали народу нахуй, никчемных, блядь. Тикать нахуй. Хилов, наверное. И потом опять не будем собираться, да? Да будем, чего вы переживаете? Вы чего, вот от существования статика вы разве не собираетесь? Собираюсь, я, блядь, вас даже 20-ром вожу, то, что мы можем провести. Добрать я добрал. Помимо меня тоже он люди добирает. Камон, да? Мы вчера 22 тела до келя дошли. Но есть люди, которые... И 24 убили. Ну, все нормально, пацаны. Чего вы паритесь? Все у нас хорошо будет. Есть возможность кого-то добрать? Добирайте, пишите, что. Доберем. Ну, всегда было, всегда оно есть так. Есть те, кто оденется, съебется. Ну, оно так и будет, понимаете? Надо на это рассчитывать, надо кого-то брать, кого-то нет. Так, короче, это... Получается, Фанзар, ты в хиле есть. Да давай мы пятером отхилим, чё ты? Надо. Нахуй, вайпаться. А в смысле вайпаться? А чё? РДД да хуя, здесь самая фишка в чём? Фишка в том, сколько будет освобожденки кидаться на РДД-зону. Здесь у нас нормально людей. Так. Толку от его. Подскажите, здесь гера от обычки сильно отличается? Все тоже. Только освобожденку. Кстати, кому более уж больше? Если на тебя освобожденка, значит это... Сколько освобожденки нельзя ставить?
Нисколько. Если ты РДД, нисколько. От клавиатуры руки нахуй убираешь и все. Так, этот старик, дай мне. Чего дать, Лех? Сопрот один. Ну, обменки, да? Сопрот прямо сейчас пить? Да. Ну, не прямо сейчас, а когда мы пульнем, тогда и выпьешь. Мы сейчас еще пиздеть лет 40 будем. Гевку надо присмотреть. Да. Я гевку поменял с гладиатором там. Ген, ты тут? Есть рыба. Цель первая влево, вторая посередине череду. Две проверки. Слушай, а вот мне просто интересно, а кто такой, кто тут не был? Я вот по никам смотрю, все тут были, на. Разделил на логу, у меня тогда свет вырубили. Понятно. Где категория у тебя, знаешь? Да. Вот там прочитай, что в дебафе будет. Короче, просто не набирай стаков вообще, там стаки, короче, не набирай их просто и все. Все остальное то же самое. Да, тут. К старику подойдите, я что дам, когда бежать пойду. Стороны балкон объем, если что. Все, все готовы? Готовы поехать. Даю отчет, Лех. Все, тут побежали тут. Сразу просил. Локи, СССР, развести. Один по коту туда, один по котенку, один по Аюм. Мы ждем, когда цепь набирает. Лов 6, это вот. Тяжко. К боссу подошли 5 секунд притяжки. Метки, готовимся. Никто не уцелеет. Вынесли метки. Справа близко. Там же. Все видит. Слева близко. Сова зайди. Разбиваем глыбу. Боссу.
Процентаж на 40% скажешь, я не вижу. Угу. Притяжка сейчас будет. 5 секунд притяжка. Освобожденка, девка, Беладонна, Женуэ на даче, япончик, Денчик. Смотрим метки над башкой своей. Выбежала Розелина, ДЦ, Тимбыч, Котенок, Гимпесик, Денчик. Право. Центр. СС усел. Право. Блять, сказал же СС раздать. Ну ты чё? Чё? Близ. Центр. Нахуя ты встаешь? Бейте, 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 бейте. Римперск поднимает лица. Освобожденка через 5 секунд повешается. Поднимай пока тут. Освобожденка, Женек, Кирс, Женен, Япончик, Котенок, Гримперс. Стаки не берем. Пока тут пока так тут не под... Верните. Котенок, подними пока тут. Бафы по ним остановиться обязательно. Все. И какие-нибудь взяли маме у ДЦ. Сорок процентов. Ген, ну ты пизда. Переводим босса, жмаем под ней. В центр встали все. 37%. Первую метку влево. Блять. Топнули. Топнули, не бейте дальше. Метки смотрим над башкой. Метки вынесли. Девка, Тимбыч, Браска. Локи, Денчик. Рога. Справа близко. Там же почти. Лево, даль. Право, близко. Бейте нахуй. Давайте, идем на ХП быстрее. И сразу назад все отходите. Метка первая влево уходит. Все в кучу, назад в порты. Гера. Кучнее стали назад, блядь. Мелики пошли разбивать. Пока тут подними гримперчик. Гена посередине. Ланжерты на стеколад закинь по ей. Бейте Гена. Идем притяжку. Притяжку ждите, не бейте, это вторая метка. Пролишь что ли? Отошли. Так ну вон притяжка прошла. Все, добивай. В чем ролишь-то? Влево. Рано там начать. Дими. Я на босс. Освобожденку не бейте сильно, пожалуйста. Меня час или позже? После второй глыбы. Сейчас в середине глыба поставится. Бросите стаки и... В трех хилах освобожденка. Освобожденка, не юзайте ничего. Поменял. Видите, это... Продавайте Никитоса, забейте. Это в центр должна быть. Следующая в центр туда.
Сейчас будет тяжко шить. Вернем посередине. Пошли все. Тяжко будет. Здравствуйте. Подбивайте глыбу. Все по боссу. Бухан лево. Все по боссу играем. Все, лево-право глыбы выносим. Все, просто все в боссу. Это глыба выйди. Все, лево-право выходите, не надо стоять в рейде. О, шея. Туповая, кстати. Угу. Все, на профессора бежим. Слушай, а Залану мы давали вообще ЕП? Я вот не давал. Значит, не давал. Ну, потому что я не давал. Ебать, Женёк, тебе повезло. Залана тоже ЕП не давал. За кого? Залану. Да я про неё и говорю, заебал. Сейчас 400, да? В общем. А за Вальку не давали, по-моему, передавали. Да я еще раз говорю, не давал. Вот я вам 400 общее даю за два босса. За два квартальных босса. Тогда и за Синдру следующий был. Да это и было за Синдру. Это было Синдра и Валька. А за Алана. Совет я давал. Алана? Алана ты не... А с три босса прошло. Сейчас еще 200, да. Да. Хуй. Че за бой вообще? Комнату запустил кто-то. Погоди. Вот мы, короче, прошли чушку. Я за всех дал. Мы прошли совет, я сейчас 200 дал. За Синдру я сейчас 200 дал. А, за Лану, точно. Там же, ну, все, я понял. Почему бой висит? Потому что покажи. Комнату зави. Ну там. Туннель. Все, понял. Понял, жду. Василина на профе был? На профе, да. Все. Да он почти, он весь контент закрыл, он везде был. Единственное, на личе еще Геровска ни разу не был. Так ты Джайну с нами закрыл, ты заебал. Джайну, да, а лича-то нет. А, да, мы лича убивали, а про Джайну. У меня Синдра и Лич тогда свет дурбанули. Джайну на следующий день. Была. Все, ладно, не это, я понял. Ну, блядь, получишь свое ГП, значит, нахуй. А чё смешного? Не, за то, что ты должен, блядь, ролики посмотреть. Если будешь косячить, нахуй, я тебе лично въебу, блядь, в два раза больше ГП, потому что, блядь, у нас роликов здесь как до пизды. Рыбу ставлю. Я всех, кого в гильдию беру, извини, Лёх, погоди, 2 секунды, честно, извини. Я всех, кого беру, всегда говорю, смотрите ролики, смотрите вот эту всю хуйню. Так что я предупреждаю тебя сразу. Косой. На перефазе, на ком зеленая колба, в зеленую метку, красная, красную. Больше ничего сложного не будет. Да они все знают, нахуй. И Розелина знает здесь, ему, я ему объясню. Кто танк? Ты и... И... Конзера, ты тут... Все, и... Всем все... Чё я... Подожди. Чё, Лёх? Ты в ретрике. Старик, тебя ждем.
Бля, пацан Трей, я бегу, извините, пожалуйста. Пухан, я не знаю, за лут отвечает Лёха сейчас. Пиши ему. Пуханыч, братишка, я честно не в курсе. Пиши Лёхе. Ну, успех. Тоже родил. Женёк, и ты родили на успех. Один тебе, один ему. Все, все здесь, давай что-то. На меня напулось. А гроз сильного нет. От тел природы то там. Я поставлю. И сопротики все. Да. А, я процентаж не вижу. Лёх, я тебе подскажу все. Сопроты выпейте, влево ушли все. Кирс, тоже смотри за процентажем. Угу. Процентаж 38% и 84%. Стоп, на ДПС 84. Под зеленого встали все. Свичкнули с зеленого. Вас обидно? Переводим. Да зачем переводим босса, Леха, давай. Уводите, переводите, переводите. Уже переведу. Все. Дебафы свои смотрим. Я быстрее, быстрее пометка. Все, уебали плюшки, сейчас будут. Плюшки, да. Это еще откуда? Под зеленого идите, вставайте. РДД. Милики, бейте. Там вроде красных. Он красный, да. Да, так. Ну, все равно сюда в угол уйдите. Сейчас появится красный, РДД сразу переключайтесь. Все, переключайтесь, домажьте уже. Ведите через большой круг. Удачи. Ну нахуй ты так ведешь, ебаный в рот, удачи, блядь. Тут босс. Что, блядь, за нубство? Алло. Пельмени. Отошли от пельмени, пельмешки и боши. Бейте еще. Все, стопайте, ДПС. Приходка на 35. От пельмени уйдите. Питос. Сколько процентов? 41. 40, грубо говоря, там ход пиздец. Далеко, блядь. Великий побос. Ну, сейчас зеленый будет. Стопнули. Не надо. Лучше подождем зеленого. Я про это и говорю. Идите пельмени. Ждем зеленого. От зеленого отлетите как раз в эту сторону. С
хуже, выйдите только. Переводить. Для зеленого добейтесь, значит, все переводить. Быстрее, быстрее, быстрее. По меткам стали сразу. Быстрее сбегайте. Еру. Удачи. И в ту сторону ты, блядь, бежишь, как обычно. Ебать. Извините. Добивайте, добивайте. Все в все в звезду, потом в метку. И по ней ориентируется. Че, обратно пойдем сейчас? Все, встали назад в звезду все. Все, РДД и хилы, быстро. Кто первый диван? Я скажу. Фанзера, ты будешь первый, да? Забрал. А мне Фанзера. Отбежали. В звезде стоим все. Бежали. Давай выйти сюда. Назад встали. Назад. Шагенкин. Шагенин пояс упадет. Ты кол был. Молодцы. О, кол. Да, кол. Сука. А ее на АДК можно на успех? Ну и она на мейн вряд ли кому нужна. А то некоторые не пикают. А, все. Ну еще на лича, да, идем? Ага. Сейчас еще раз переролим. Там еще 1:15 до конца, да, можно лича. Естественно, Джайн убьем. Скажите, Вали, пропустите. Ну, не сагрите, пожалуйста, Вали. Сейчас я начислю всем за босс. Алькали. Белка в инвиз. Мне КД. Я успел. У тебя красный был, да, метка? Не. Или зеленая? У меня не было ничего. Нет, я в смысле это на перефазе. У меня всегда красные были. Что-то я думаю, что вроде вровень все шло, под конец что-то чуть-чуть слетело. Там на зеленом туда-сюда летал. Не знаю, два рестор друида или два холи пала. Два рестора. Ну, два рестора в комнате лучше будет. Да, наверное. Дынечка хватит на танк. А вот Т4 вообще нормально будет держание захилять.
Так. Ладно, ты в ретрике побудешь, новичок. А? Два листорпида или два хода пала? Не, я бы убрал друида одного. Вот лично я, раз ты меня спросил, я бы убрал нахуй. Ну просто два рестор друида что-то... Нет. Я убрал бы, я тебе говорю, в пизду одного если друида. Если посмотреть со стороны ДПС, то два хапала убрать надо. Тут не надо нахуй никакой ДПС, здесь реально надо отхил и диспел. Я бы поставил Холика Фанзера. По сути, если отхил, то лучше трое рестор. Тут не надо, тут все хилится нормально у нас. Особенно заражение. У меня поражение друидом просили вот такое все. Короче, Лех, ты спросил, я тебе ответил. Я бы убрал второго эрдру и поставил бы второго хэпала. Тут в центре еще поставь метку для лича. Даже бы не думая, нахуй. Котенок, спекайся в сову, короче, тогда. Пизду, это масхил, нахуй. Я сам, нахуй, в комнате прохилю всех. Нахуй не нужен. Здесь надо конкретный хил. Тут поставь Леха в центре вот этого круга. Ну подожди, сейчас подойду, поставлю. Гена, ну-ка, идешь в студию. Еще и снова нехуевая, ты глянь. Че бы это 5 и вообще идеал. Локу в двух словах, старик, объяснить. Кому объяснить? Локу. А какому? Который не был. А кто? Розелина, ты не был? Да. Ой, блядь. Короче. Ставишь портал на краю и бьешь босса, и все. Хватает варика, блядь, нажимаешь портал и все, и бьешь дальше босса. Ладно, это все смешно. Давай я вкратце ему скажу. Смотри, видишь, вот я прыгаю сверху, около трона. Да. Все становятся здесь. Говорят, ловушка, говорят, РДД, говорят, блядь, любую другую хуйню. Ты просто бегаешь за всеми, смотришь. Это значит, ловушка будет, вся хуйня там. Вниз прыгаешь. Мы бежим по одной траектории к концу того края. Это первая фаза. Я буду анонсить, лично буду анонсить чуму. Чуму вы носите вот сюда в центр. Здесь будет Ширкаль и какой-то танк. Либо Леха, либо еще кто-то. У вас есть ровно 2-3 тика, нахуй. И я лично диспелю. Понял, да? И если не будет на Ширкалях, нахуй, чумы... ГП я лично тоже вам въебу, а не себе за то, что я здесь пылил. Я даю вам 3 секунды. Ты либо смотришь сам, либо слышишь за своим, ну, за моим анонсом. И пиздуешь в центр, отдаешь Уркалю чуму. Все. Это первая там, хуй пойми, что за фаза. Мы бежим до конца края. Смотри, вот куда я бегу. Все, перевели лича, бежим сюда, начинаем выбирать ренджу, так-то как ты лок, ты просто на тебе, если с центра появится сфера, просто с рейда выбежишь, и все. И Ширкаля начинаешь хуячить. Там есть кому сферы бить, это маги там, блядь, ханты. Все, забил эту сферу, в рейд забежал. Начинаешь дальше Ширкалей там моросить, еще что-нибудь. После этого хуит. Короче, слушай, просто я буду реально всю хуйню аносить. Потом выбегаешь сюда, в центр, становится лич. Ты заплачь его, прячешься, прям вот ровно, вот он стоит хуеплет, например, вот видишь, где
и ты прям вот так ровно, ровно на РНЖ, блядь, там 2-1 стоишь. Старый, это лог с портала. Да, неважно. А, лог, ебать. Тактика немножко. Смотри, друг, твоя задача поставить на край. Вот смотри, вот где я бегаю, вот сейчас, вот прям вот, прям вот сейчас запомни. Вот видишь край вот этих соплей? Вообще на сайте, где ты порт поставишь, ну ты должен поставить порт. Вот на край вот этих соплей ты должен поставить порт. Объясняю почему. Здесь на всех фазах будет у нас вальки хватать в себя. И когда они вас будут... ну, вот валька тебя схватила, например, вот здесь в центре. Она тебя несет такая, несет. Тут все хуй забили на тебя. Она несет, несет, несет. И вот здесь она тебя отпускает, а у тебя вот тут порт стоит. То есть ты понял, да, логику мою? Она тебя отпустила, ты сюда портанулся, и ты такой охуевший тип, идешь и дальше бьешь. Понял, да? Да. Вот порт, ты обязательно должен на каждой фазе на краю платформы ставить. И никогда вообще не сбегайся в центр с нами, с рейдом. Всегда стой на краю. Вообще, стой там, где тебя должна взять валька, понял, да? Короче, как сказать, в ПВП, когда там локи дефятся, вот ты то же самое делаешь. То есть ты должен, блядь, сделать все, чтобы тебя взяли вальки, и ты портанулся в порт. То есть, когда они тебя отпускают, ты должен сделать это все ради этого, понял, да? Когда будет на последней фазе, короче, там в комнату весь рейд хуячить, ты поймешь, мы все сбегаемся в центр, там определенную звезду на определенного человека ебанут. Ты просто тупо за ним бегай и не обращай ни на что внимания. После выхода, там я тоже проанонсирую, я буду вообще тут каждый шаг анонсить. Ты главное слушай, что говорят. После анонса, там, после комнаты, будет лужа разливаться. Тоже в разные стороны разбежались, и все. Как на любой стадии, когда я буду говорить, что лужа, ты разбежишься. Я всю хуету буду анонсить, весь рейд. Я хуй знает, зачем тебе объяснять тактику? Край, главное, выносить лужу. Да. Не в центр. В центр вылез. Единственное, слушай, что я говорю, и все. Я буду всю хуету анонсить здесь. А давай без анонса. Не, давай уже нормально вот, с анонсами. Без анонса. Не, по сути, Леха скажет, я заткнусь. А вообще, я говорю, я буду анонсить любую хуету здесь. Имейте в виду. Нет, жена, я не заткнусь. Понял, блядь. Перекиньте Фанзера в пятую группу. И скажи прости, пожалуйста. Покормите девушку там, пожалуйста. Поехали 5 секунд. Да, это же. Все, тихо. Это был позыв души. Заткнись, я тебе говорю. Когда ты болел, ни разу вообще не ходил. Ловушка, да. Пока тут РДД. Чума, 2, 3, 1, готовьтесь в центр вести. Лич. Лич, блядь. Я бегу. Поздно. Смотрите, ловушка в небе. Ловушка РДД. Иди спать, Пухана. Да. Да.
Рога, ловушка. С чем так далеко убегать? Ловушка РДД. Пока тут поднимем. 2-3, блядь, чума, готовьтесь нахуй. Белк. Беладон. Фана просит. Или ловушка. Ловушка через 5 секунд. Готовьтесь, блядь. Я скажу ник. Сразу в центр, нахуй. Пока тут. Вы, это РДД. Локи, да. Ловушка, нахуй. Ну не ловушка, я имею в виду это. Чума, Локи. РДД ловушка. Пацан. Все, распределились по кругу. Маги ханты, пиздошки эти сферы вонючие нахуй. На том, на ком сфера, с рейда выходите. Я заберу. Миликов очень сильно бахает. Залейте ему бог чел. Нора, давайте пошли. И бежали. Вперед гневного никто не бежит. Гневного забили за лича, за плащ встали в одну линию. В одну линию, еще раз говорю. Готовимся, сейчас будет валькирия. Забираю. Хилы анонсят нахуй, в какой валькирии находятся. Локов не трогаем и оставшееся говно, блядь. Лок в треугольнике. Печенька. Осквернение. Разошлись, осквернение. Все, за лича встали. Валяк убили. Забирай. Гера. Рейндж. Рейндж, блядь. На малый круг ушли. На малый круг. Вот я метки поставил на малый круг. Все, отбежали. Вот он лок. Нам повезло. Да, фартануло. Давайте, разбивайте нахуй. Ну, на. Хило немножко сместите, чтобы лок подкидеть. Метки, которые я поставил, это я поставил под малый круг. Если кто-то не знает. Осквернение, осквернение через 2-1 секунда, блядь. Сбежали. Подлеча. Все, в одно направление встали. В одно. Че, вальки пойдут. Хилы сразу анонсят нахуй, в какой вальке находится. Ром, прохильте лок, хилы. Подойдите. Осквернение через 3 секунды разбежались. Разбежались. Идите. Нет. За босса играем. За босса встали.
Валькирия, в одну линию. 51%. В одну линию. 5 секунд через будет осквернение, разбежались. 5 секунд, меньше. Панзеров швед, Вальд. Все, ушли. В сторону. А, это скрытие. Нам тут все первые. Станы дайте поварь. Я стан хоть один. Трое. Еще. Был. Осквернение. 5 секунд, разбежались нахуй. Все разбежались. 2, 3, 1 секунда. Заебись я нахуй, БР. Этот, котенок, дай по Женуэну, Женуэн по Беладону. В ромбике хил. Чейнку первый сливать надо. Посильнее Валик играйте. Валик играйте, блядь, не Лича, а Валик. Еще раз говорю, в ромбике хил. Осквернение. Разбежались осквернения на япончике. Пизда. Охуеть. Япончику 500. Ханты, не кидайте фристрапу, пожалуйста. Блядь. Мой смарт, да. В смысле, а чё тебе мешает трапа? Слепой первой фазе мешает. Хоть смотрите, вижу, там... второй тоже. На этом пуле увижу, что вальки, блядь, улетят с центра, блядь, их никто бить не будет, всем ДД начистим. Это, Лёш, можно отойти на 2 минуты машину завести? Иди.